Первый день выставки Mopic Russia 2020. С вами retail.ru. У нас в гостях Павел. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про ваш род деятельности. Сильно ли пандемия на него повлияла? Какие меры были приняты в связи с этим? Да, мы занимаемся строительством и управлением кинотеатров. Мы оказались как раз, наверное, из самых таких пострадавших секторов, которые были закрыты на протяжении 5 месяцев. Во многих регионах, как вы знаете, наверное, что еще кинотеатры до сих пор не открыты. Тяжело, было тяжело. Конечно, наверное, многие из наших коллег не переживут этот период полного закрытия. Но все равно жизнь продолжается, надо искать новые варианты развития, и выставка в этом плане для нас имеет важное значение. Большое спасибо за ваш ответ. Мы желаем вам успехов. С вами был retail.ru. Оставайтесь с нами.